А мне, кстати, бля, ебать, это 300 баксов? Это дешево, на. Вообще хуйня. Бежит, ну, чувак, туда. Я за ним, чувак. Куда он пошел? На тебя, да, я за тебя бежит. Он в секретке, блядь, он ранен сильно. Видел. Где он там, Радо? Нельзя его отпускать. Он, сука, с контейнерами, я это чувствую. Каким еще нахуй контейнером? Да он так на SSD-шнике, как ты говоришь, загрузил, да, типа бежал. Он влево пошел, влево. Да. Он по берегу пойдет, наверное. Надо быстро на мосту идти и с моста его ждать. Понял? Понял. Он здесь, в кустах. Он в кустах шарится, да. Эй, выходи, нахуй. И мы не тронем, давай. О, здорово, блядь. Что? Да. Я, блядь, там... Там кто-то пиздел. Дикий на мосту. Это я пиздел. А, да? Я всё хотел сказать там, давай, давай, но было там командой, нахуй. Смотри, что есть тут, нахуй. Бля, я тебе отвечаю, этот пидор спиздил. Это я пиздел, как ебанутый. Говорю, он ты, обратно, ты обратно пошел? Нет, 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 нет. У вагонов туда. Стой, стой, стой. Я сядь. Сел. Сядь. Блядь, не видно из-за досок, нахуй. Ты в контейнере? Нет, 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 нет. Тут двое, блядь. Или это один? Я с той стороны обойду, слышишь? С той стороны поезда. Он за КПП прямо тут. С твоей стороны? Да, у меня. Он с ножом, вижу, блядь. Вижу, вижу. Да хули ты меня стреляешь? Извини, 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 извини. Ты просто сказал, ты на той стороне. Типа, я все. Ты его ёбнул? В бок уярят меня, блядь. С руки, нахуй. Бля, чувак, ну ты, я сказал, ты на той стороне? Со стороны моста? Я говорю, ты со стороны моста? Ты говоришь, да. Я такой, типа, понимаю, что ты со стороны моста. А кто топчет рядом со мной? Я же прикрываю тебя. Я же твой друг. Радо, может зайдешь сюда? Вдруг тебе вон. Иди сюда, Радо, вон. Все, все, все нормально. Да вот медпункт, заходи в медпункт. Мне нужен морфий. Нихуя там трубы. Ебать. Тут челик. Под рельсами челик смотрит на нас. Больше никуда не смотрит, по-моему. Бля. Че им надо? Че тебе надо? Блин, да ладно. Где именно? КППшки ли? Не-не, я в вагоне топаю. Да, это ты топал, походу. А где ты слышал? А показалось, это ты просто по вагону топаешь, как по... Прикроешь этого уебака? А я уже сам залутал его. Да хуй там ты залутал, блядь, так и... Ах ты, пидор, разгрузка, да блядь, сумку хотя бы дай, блядь. А, мне надо, кстати, перезарядить. Да ты че, блядь, мне, пожалуй, тоже. Два патрона, блядь. Нет, это медва. Сколько Радо раз уже убил своих? Ни разу. Ни разу? Ни разу? Нихуя себе. А вы? А, у меня есть аналогин. Ну я только что его не ёбнул. Не, не было. Ты нормально, что с стерень. Крамер. Типа, этот, тут сейчас была ж драка, типа, вот, только что. И я Радугу только что нашпиговал. Руки выбил нахуй тебе, или так? Да так, целый. Залечил, да? Половину. Кто залечит рану мою? Только я себе. О, блядь, да. Походу отходняк ловлю, слышишь? Надо мазать еще. У меня есть таблетки. А, хорошо, блядь. Хорошо. Тоже закрыто. Блядь, чувак, я боюсь, что наш организм скоро привыкнет к этому. Вася, там... К анальгину, что ли? Чисто, знаешь, блядь. Какие они охуенные. Чувак, сразу игра Тарков становится такой красивой и прекрасной. Вот хочется дать разработчику, блядь, открыто, открыта дверь, блядь. А где контейнер был, ты говорил? Открыто? Открыто? Открыто, да, нет, нихуя. Этот пидор с топором все сделал. Уебок, блядь. Где он, наверное, был? Он тут стоит. А вот он есть, блядь, в смысле? Где он есть? Покажи. Вот хотя бы взял. Оп. А где он? Хотя бы посмотри, где, как ну он вот, выглядит. Между полками, вот тут. А, вот да, тут. В натуре доки. Видишь, есть. Да, у всех они есть, короче. Клёво. Бля, сух поёбка это бит. Ладно, пошли, тебе надо выбираться. Пш-пш. Сталкер. На агропроме сейчас вояк много. Уходи оттуда. Мы сейчас пойдем на завод, чтобы мы туда отнесли это, блядь.
Может, контейнер пройдем? Сразу в бармена тащи. Пошли. Да-да, контейнер сразу в бармена тащи. Бля, у меня руки перевязаны, главное, чтобы не открывать эти. Ты прикинь, какие отчаянные парни, с топорами бегут, открывают дверь и надеются выбраться. Ведь по-хорошему, мы с них ничего не имеем. Вот убили мы этого пидора с топором. Ну и что? Сильнее мы от этого стали или что? А это нужно пресекать в плане того, что каждый персонаж должен резаться какое-то время. А то он просто вот, он сейчас опять пойдет и с топором. Да пусть идет, нет, да пусть идет. Бля, какие проблемы? Нормальная тема. Ну это фарм. Фармить. Тут дело в другом, понимаешь. Так отпускай фармить. То есть вот голый, блядь, нем ничего не осталось, его выебали. Он только так и лутает. Надо перевязаться нахуй, это кровотечение, блядь. Ну давай, перевязывайся. Ты понимаешь, что я говорю про другое? Я говорю, что вот он бежит, он выбегает на нас с топором, да? И бежит на них мимо нас, вообще не реагируя. С этим квестом айтемом на выход. И типа, ну вот, ёбнул я его, да? Ну и что? Я от этого богаче, что ли, стал? Я с него нихуя не взял. Ты присёк? Погнали, погнали, я очень медленно. Я не буду... Понял, два без предмета. Только патроны на него потратил и все. Получил опыт. Экспу за него могу получить, да. Вот экспу я получил. Если я какой-то топовый пацан, прям что уровень у него. В зависимости от его уровня, да. Экспа нужна для кача репы. Я, кстати, смотрю, тут переработали систему хила. Теперь нету солевы, которая все просто лечит. Есть лучше, блять. Есть хуйня, которая не только все тебе вылечит, есть хуйня, которая тебе еще вот так вот глубоко сделает. Не-не, я в плане того, что оно тебе лечит, но у тебя же дебафы остаются. Раньше оно просто лечило. Нет, это не баф, это не баф, это свежая рана. Типа она пропадет. Если ты спринтишь, да, то она у тебя открывается. А вот это хуйня, это типа отбурляющая. Под эффект именно. Во, видишь, свежая рана, когда ты спринтишь, открывается. Раньше же не было такого. Не было, теперь есть. Байтрад, вот это я пересигнул. Я так понимаю, они сделали так, что все очень мыльное. Это замашечка на эти, на скиллы уже скоро добавлять. Да, они уже есть. Да. Они уже работают? Да, да. Скиллы уже давно есть. Сейчас покажешь, дядь, Раду, как мы сдвигаемся. Ну, смотри. Нет, давай не сейчас. Я уже показал. На завод принести, это застав. А, точно, нам же еще на завод. Ты думал, ты, блядь, это весь квест? Ебать, там-то нам с тобой ебал, то разобьют. Надо как ебанутый залить. А бля, если мы там проебем его. Все, пиздец, по новой бежать из таможни. А у тебя есть ключ от таможни? От таможни? Ну помнишь, где есть ключ должен. Ой, от завода ключ такой снизу у тебя есть? А, ты хочешь выйти через. Надо обратиться ко мне как следует, чтобы узнать ответ. О, мастер ключей, блядь. Да. Есть, конечно, есть. Откройте, пожалуйста, по тайной двери. И на химкомбинат есть тайные двери. Вообще везде. На все выходы есть. Будем лутать или просто уйдем? Да пошли, у нас же квестовая там. Я не хочу вообще не встревать ни во что. А, мы типа как просто вдоль этого все пройдем, да? И так тихонечко. Тем более у меня два анальгина осталось. Ну тихонечко вряд ли получится, они ж тут живут, эти дикие. Я к тебе спиной стою, чтобы ты не чувствовал от меня угрозы. Давай, я готов. Идешь? Угу. Жора, вот, Жора. Жора. Жаран, точно. Жора, давай. Жарян. Вот добавь по 50 квестов, понял? И еще 10 карт, все. Можно в релиз. И пушек еще. Не, нельзя. И игра готова. Блять, ходит чувак, готов ебашить? Далеко, близко. Я, блять, вижу его нахуй, но... Он, а когда... А стену не вижу, когда приближаю, вижу стену. О, с другой стороны вижу, там боты идут. Я, блять, правую кнопку нажимаю... Вижу, пацаны... Куда где он? Вон он, вон он. Он ебашит меня, радушка. Далеко, на заводе. Я его ебнул, радушка, его больше нет. На заводе там я видел, Терёх, да. Справа от запора там. Тут же двое должны быть, раз где-то один, где-то второй. Котлетки. С пюрешкой. Вот он, орёт справа. Где? Вот этой дырки. А чё ему надо? Нахуй он орёт. Бля, маслину поймал. Бля, на втором этаже тут ёбок не выйдет нас? Вполне может, блядь. Их тут двое же должно быть. Ну вот да, здесь... на втором этаже вот тут. Не-не-не, их должен еще здесь один где-то ходить. Он обычно за тигр за белый прячется. Так у тебя битрейта сейчас рядом? 4250. А че так мало? А, 4500. Что, нет, не вытягивает больше. Uh-huh. Дай отлагать, опа. Что это, блядь, чувак было?
Давай-ка нахуй отсюда, да побыстрее. Бля, я бы... А, это бинт. Трава пикселит, ну понял как? Пикселит это изоморфия, которую я только что... Ну... Не-не-не-не-не, это не в любом случае, да? Давай а на суефа. Ну, пиксели как когда сталкера стримишь, понял? Там далеко. Арму стримишь. Ну, арму это, блядь, арма, на. Я вдалеке не видел, ну ладно. Вот там, с забором видел. Ладно, нам сюда чего-то пошли. Да, но он ушел вглубь. Ушел на выход, мне кажется. Там влево, да? Дикий? На выход? Нам влево. Думаешь, ты дикий? А тут дикий тоже бывает. Конечно, блядь, и тут же. Вот он, блядь. Пизда, хата. Раду, нет! Ты же... Почему, да? Он нахуй просто... Я думал, он тебя ёбал, потом меня, блядь. Раду, нет! Пиздец, блядь, у меня большой отмыл. Помни, бля, про дикого. Почему, радуга? Он просто выбежал, ёбан. Ростя чегачу. Бля, ну типа на врот. Бля, как все было охуенно. Чтоб вместе спавниться. Да, с Краймером. И с тобой, да. На стекол тогда. Мы тогда... А, у нас тогда гранаты, пиздец, помнишь? Пиздец, нам хуёво, надо выходить здесь. Справа жаль, противник. Влево. Вот эта временка, проверим ее. Это третий этаж, видишь? Да. А нам нужно на другой стороне. Окей, заходи на цех тогда. Потом я захожу сюда, давай за мной, давай за мной. Давай. Я внутри, давай насквозь. Я сдам эти. Да, блин. Закрыто? Открыто. Ты что, блядь, с ума сошел? Бля. Да успокойся. Бля. Залетай, чувак. Залетаю. Вот она. Куда я поставлюсь? О, я могу, я поставлю. Защитите цель, прикрой меня 6 секунд. Блядь, перестань рофлить, и я смогу тебя хотя бы прикрыть. Я, все, я сделал, шустро, надо выйти, сука. Куда выйти? Ты в доме? В основной, давай в основной выход, все, пошли. Вот здесь выходим. Открывай. Ну давай рассказывай. Что ты рассказывай? Я хуярю ногой. И знаю, что, блядь, дверь открывается не в эту сторону. Я хуярю. Вспомнил видос сразу про сват, нахуй. Два раза ногой ебанул? Да. Или один? Два раза. Ну вспомнил видос про сват, который хуярил дверь, а там, блядь, только подходит. Все, я выпрыгнул. Кройся, смотри, ты прибегаешь. Бля, на самом деле тоже сейчас написали под задачу выполнена, посылка из прошлого. Между зигзагом, ну по все пошли. О, мы, вот мы на подъеме там, блядь. Пошли нахуй. Вот это вверх-вниз. Вот сейчас слева пацанов надо идти встречать. Погнали. Погнали. А ты где, блядь? Я поверх поднялся, блядь, уже душ открываю, сука. А я по низу пошел. А я по низу пошел. Я в душевой. Ты идешь за моей спиной, да? Да, все крутой. Окей, иди, я залетаю. Иди, заходи, залетай сразу и ложись сразу. Лег нахуй. Плейс. И там плейс, держи. Бля, подожди, не работает плейс. Только что был, пропал нахуй. А вот вижу. Ближе к выходу. Делаю. Защищай меня. Заебись. Побежали? Теперь надо убегать. Или, блядь, зажали. Ай, блядь, я ранен сильно, срадушка, нахуй. Можешь ко мне забежать? Не-не-не, зайдись. Боюсь с ним, я приду в себя пока. Он тебя ранен? Да. Около стекол, да, там где-то? Да. Не вижу пока. Блядь, я умер. Я его убил, там тут две у стекол, прям две. Он меня в душака хуярит. Чувствую, надо убежать. Я ушел в душ. Вниз, в душ, за душем, вниз. У тебя есть ключ? Выходи с тайного, иначе никак. Понял. Пожелаем, чтобы они ебались. Чтобы они ебались в очко или как? Я проебался. Я увидел его. Там с глушака простреливали мою хуйню. Угу.
Все, я на тайну. Готово. Бежал? Съебу, боюсь. Бля. Ну похуй, главное, что все сделано. Да пиздец эти квесты, конечно. Блин, надо на лям наторговать, на лям наторговать. Да. Можно подороже купить, правда, купить его. Вот это можно купить. Так, найти защищенную папку во времянке на таможне. А ключ от времянки, блядь, нужен, ты понял? Да, а мне, кстати, блядь, сука, где ты такой все?